все помнится, каждый шаг. Первые учительницы такие маленькие, хорошенькие. И выросли такие красавицы. Листая фотографии, в памяти всплывают те самые 11 лет. Встречи с друзьями, первая двойка, взлеты и падения. Казалось бы, только вчера Татьяна провожала свою дочку Агату в первый класс. Сегодня уже другие хлопоты. Выпускной вечер. Платье готово, отглажено и ждет своего часа. Сама выпускница тоже готова шагнуть в новую жизнь. Даже определилась с направлением. Девушке по душе языки. Восточная культура. Ну, все, наверное, началось с кей-попа, когда я начала слушать эту музыку корейскую, а потом с просмотра дорам. Если готовиться достаточно долго и усердно, все получится. Я бы посоветовала готовиться за 2 года, потому что тогда точно все успеется, и переживаний к концу подготовки уже будет меньше. Этот совет Агата бы дала тем, кому только предстоит сдавать экзамены. В этом с девушкой согласны и другие выпускники области. Свой секрет успешной сдачи ЕГЭ они раскрыли губернатору Алексею Русских. К примеру, Максим Житков набрал максимальное количество баллов сразу по 2 предметам – русскому языку и истории. Сейчас перед парнем сложный выбор – стать хорошим юристом или специалистом по связям с общественностью. Главное все-таки не гнаться за результатами высокими. Важно стремиться получать знания, учиться открывать что-то новое. А уж если будут знания, то ЕГЭ будет сдан на высокие баллы. Выпускники поделились с главой региона, куда планируют поступать, на какие специальности. В основном это лингвистика, сфера IT-технологий. Свои высокие баллы для подачи документов ребята уже заработали. Остался лишь один важный момент – аттестат. Его лучшие вчерашние школьники получили лично от Алексея Русских в комплекте с золотой медалью. Будем надеяться, что это первое, но не последнее золотая в жизни. Спасибо. В Ульяновской области более 1000 медалистов золотых. Более 1000 – это целая, я бы сказал, такая армия. Очень бы хотел, чтобы вы связали свое будущее именно с нашей областью. У нас прекрасные вузы, практически все виды специальностей, все профессии. В этом году в Ульяновской области почти 10 тысяч выпускников 9 классов и без малого 5 тысяч 11-х. При поступлении в ульяновские высшие учебные заведения для ребят открывается не только качественная учебная программа, но и практика. Она организована на передовых предприятиях региона. По ее прохождению есть возможность получить в будущем рабочее место сразу после выпуска из вуза. Нам нужны и талантливые юристы, и талантливые инженеры, все, что связано с IT-направлением. Вот на встрече некоторые выпускницы говорили, что они хотят связать свою жизнь с переводческой деятельностью, а поскольку контакты у нас все-таки будут развиваться и развиваются, поэтому нам и такие специалисты нужны. Получается, как в известном стихотворении: все профессии важны, все профессии нужны. А уж какую из них выбирать, пусть решает сердце выпускника. Но это чуть позже. А пока все мысли о главном празднике школьников – выпускном вечере. Он пройдет в областной столице 1 июля. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.